Татьяна. Наконец-то. Так-так, профессор. А я знала, что она существует. Игорь, мой любимый, мой малыш. А? Столько... The killer wind came down without a warning. And no one had the chance to get away. It was a desperate solution. And all 3,400 men made these were friends with bitter eyes. Tosiaan, jos niin kun katsotte YouTubesta tätä lähetystä, niin muistakaa tykätä, koska se parantaa sitä algoritmien osuvuutta, eli se osaa sitten tarjota tätä sisältöä kaikille muillekin. Menisin unohtaa tuossa pistää tuon nauhoituksen päälle, joten niin kun onneksi niin kun älysin tälleen jälkikäteen, että sehän kannattaa pistää päälle. Päivä 28. Meillä on tällä hetkellä... seuraava ongelma. Se huruukko ei ole mukana. Kai teoriassa onnistus, mutta jos tää on vähän samanlainen kuin Mass Effect 2 loppu, niin... Ладно, Игорь, что дальше? Пора уже действовать, про... Ну, что... Täytyisi Tarakan saada jotenkin mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi muuttaa historiaa siten, että niin... Siten tosiaan, että niin kun... Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги умереть, Игорь. Ongelma on se vaan, että kaikki sen ideat on niin tyhmiä, että se suututtaa jonkun muun. Mutta Oliveri oli ainakin neutraalia. Shaskokin taisi olla niin kuin ihan ok. Сашко предложил тебе уничтожить Окамоск. Измени прошлое, Игорь, и посмотри, к чему это приведет. Чё так долго? Что он хочет? Может, убить? Это ч... потом он... Я пришел. Чё ты ещё? А теперь всё про... Или исп... Чего бы... А я не... То есть ты хочешь? Я ничего... Советьте! Даже не вздумай отказываться, если захочешь выпустить... Tuotaan toi tutka.
No, siitä tuli kalua kyllä. Окей. Таракан попросил тебя сжечь его архив. Вместо этого ты решил поискать в нем сведения обо мне. Kun mä tiedän tarpeeksi, niin mä voisin periaatteessa polttaa noin paperit, koska niillä ei ole mitään merkitystä. Давай передвинем фигуры космически. Останет время. Что за история с радаром Дуга? Почему ты так сильно хотел, чтобы я его взорвал? Я хотел, чтобы ты вспомнил. И чтобы ты сделал выбор. Я должен был убедиться, что ты не пойдешь путем крысиного короля. Окей. Та-та-та, мы все за кошельки. Они здесь. Не ожидал, что вторая... Если нас сожги, нам нельзя... А, mulla ei ole tota... Chernobylaittia. Mun täytyy craftata tota lisää. Ai pahus. Aa. Konflikti pitää ratkaista ennen kuin voi palata tosi maailmaan. Mulla ei ole yhtään tota. Ты нашёл убежище таракана и за. Давай передвинем шахмат. Еще год. Отлично. И что мне с ними делать? Умеешь только это. Да на это. Я не. Что за черт? Это место одна сплошная ловушка. Ауч. Pelin historia. Okei. Jos se tykkäs siitä. Aha. Hieno homma. Здравствуй, мышо. Ahaa, meillä on koko porukka kanssa. Noni. Toi ei näytä hyvältä, mutta... Kai se täytyy aloittaa se itsemurhatehtävä. Okei, 5x5, 4x5. Niin nää tutkimukset, mitä mä teen, niin vaikuttaa myös siihen lopputulokseen. Jotenkin en ole välttämättä hirveä yhtään yllättynyt sitten tästä näin. Että ainakin niin kuin pelaaja ei voi valittaa, etteikö omat tuota valinnat ratkaise. Послушайте, пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Я уверен, у нас получится. Мы обязаны это сделать.
Это единственный способ найти Татьяну и покончить с Нар. Мышонок, ты хочешь нанести удар прямо в сердце крысиному королю? Но удалось ли тебе узнать все возможное о его планах? Еще в 90-х у меня были доказательства, что ученые Нар проводят эксперименты с чернобылитом. Татьяна и ее ребенок были их подопытными. Их технология развивается так быстро, что скоро ничто не сможет их остановить. Нужно действовать сейчас. А что насчет этого урода в черной маске? Удалось выяснить, кто он? Его зовут Борис Глухов. Мы были близкими друзьями. Я, он и Таня. А потом он нас предал. Он помог КГБ собрать компромат на Таню. А после аварии стал работать с Нар. Он проводил на себе эксперименты с чернобылитом и обрел невероятные способности. Он силен. Сильнее остальных. Но мы сможем победить его. Вместе. Ты знаешь, чем Нар на самом деле занимается на станции? Что там такого важного? И при чем здесь Татьяна? Нар хочет создать стабильную червоточину в мир чернобылита, а потом добраться до его ядра. Киба. Способности Татьяны позволяют поддерживать пространственно-временной мост. Сложно сказать, что произойдет, если они добьются цели. Но их исследование очень опасно. Они могут впустить в наш мир нечто ужасное, неконтролируемое. Но мы не узнаем, что именно, потому что успеем их остановить. Шикарная речь, профессор! Серьезно? Я чуть не возбудился. Но снаряга-то у нас есть? Да, у нас есть все, чтобы проникнуть на электростанцию. Никто из нас раньше не участвовал в таких серьезных операциях. Если хотите выйти из игры, сейчас самое время. Бесит, когда одна организация получает столько власти. К тому же для меня это вопрос личный. Можешь на меня рассчитывать. Ты знаешь, во что я верю, мышонок? Крысиного короля нужно остановить. Любой ценой. Я с тобой. Я присоединился к вам из-за денег. Но завершу дело ради брата по оружию. В память об Антоне. Сделаем это. Я готова на все, чтобы защитить своих людей и выгнать отсюда Нар. Я с вами. Думаешь, я дам заднюю и пропущу самое веселье? Хрен там! Я с тобой, Игорь. Спасибо за доверие. Врасплох мы их не застанем, но мы знаем о слабостях Нар достаточно. У нас есть шанс. Наровцы давно дали нам понять, что они готовы схватить меня, но не убить. Воспользуемся этим. Кто-нибудь из вас переоденется в форму офицера Нар и будет сопровождать пленника, то есть меня. Это наш билет внутрь. У нас только две формы Нар. Обе мужские. Есть желающие? Я пойду. Мне будет несложно прикинуться офицером Нар. Рука еще беспокоит, но я справлюсь. Тебе нужен тот, кто не станет паниковать, когда все пойдет не по плану. Риск есть, но я свой. Ты что, надумал идти без меня? Я же король вечеринок. Кого хочешь, спроси. Ketkäköhän olisi? No, kaksi olisi ehkä niinku tota... Так, осталась еще одна форма. Есть желающие? No, ei Mikhailin Нар наверняка усилила цифровую защиту и систему наблюдения. Но опытный хакер сможет отключить их хотя бы на время. Я тот, кто тебе нужен, мышонок. Великий крысолов благословил меня этим талантом. Okay, это техник. Компьютеры. Системы наблюдения. Тут мне нет равных. Хакером я бы себя не назвала, но кое-что умею. Если мы не столкнемся с серьезными профессионалами, я справлюсь. Olkaa se, voisi tarkkaan puhua parempi. Нужно, чтобы кто-то прикрыл нас, если возникнут проблемы. Кто-то, кто может попасть в цель с большого расстояния или хотя бы внимание отвлечь.
Я не слишком люблю огнестрел, но отвлечь их определенно сумею. С такой рукой я стреляю не слишком метко, но думаю, справлюсь. О чем тут раздумывать? Это задача для меня, Игорь. И последнее, но не менее важное. Шпион. Нужно, чтобы кто-то следил за действиями НАР и все нам сообщал. Да я годами наблюдаю, как эти уроды гоняются за своим хвостом. Я знаю, как они мыслят. Тебе нужен я. Я знаю электростанцию, как свои пять пальцев. Позволь мне это заняться. Ну что? Михаил, мы-то. Все знают, что делать. Последний шанс передумать. Вот и все, моя любовь. Финишная прямая. Ты через столькое прошел ради меня. Убедись, что ты готов. Потому что сейчас тебе понадобится все. Ум, сила, надежный план, верность союзников. Удачи, любимый. Ну вот и все. Наше время пришло, а дальше будь что будет. Ну что, все готово? Начинаем операцию конвоирования пленника. Я готов, хотя рука все еще чертовски болит. Если формы будет мало, мы предъявим им козырь. Их внутренний отзыв и пароль. Они говорят, мы укротили бурю, а ответить нужно. И оседлали гром. Не забудьте, пока мы не полезли в пасть дьяволу, хочу еще раз убедиться, что все готово. Ну как ты, техник? Удалось попасть в их систему? Я внутри, мышонок. Что мне сделать? Перегрузить систему? Обойти защиту? Только скажи, и будет сделано. Но не торопись с решением. После того, как начнем, они наверняка меня быстро выкинут. Как поживают мои глаза и уши? Глаза горят, уши на макушке. У меня есть планы и ходы. Я слышу унылую болтовню этих говнюков так четко, как будто они сидят у меня под боком. Не волнуйся, Игорь. С моей помощью это будет не сложнее, чем в магаз за пивом сгонять. Снайпер на позиции? Удалось найти хорошую точку? Я готова, Игорь. Чувствую себя отлично. Как в старые добрые времена на охоте. Могла бы снять муху с твоего рукава. Erinomaista. Vaikka näin, että mä menen junaan. Ilmeisesti. Тут несколько постовых возле ворот. Первые препятствия на пути. Я определенно могу снять их по-быстрому. У меня глушитель, даже позицию не придется менять. Решение за тобой, Игорь. Лучше используй боковой ход. Если захочешь, завалишь их на обратном пути. Не забывай, что ты пленник, Игорь. Грустный, потерявший надежду. Задури им головы. Ладно, шоу начинается. Надеюсь, все получится. Не то это, Томми. Вас не надо.
Пока все идет неплохо. Но дальше будет хуже. НАР обновила систему безопасности. Насчет электроники не волнуйся. А вот этот открытый двор — неприятный сюрприз. Ты торчишь там, как хер на именинах, Игорь. Будь очень осторожен. Проверка безопасности. Раньше это был детектор радиации, а теперь биометрический сканер. Хитро. Я уже нашел нужную базу данных. Загружу туда твою биометрию, и сможешь спокойно пройти. Часть из них я не вижу. Прицелиться не получится. Может, стоит выстрелить в баки с горючим? Те, что за воротами. Это их отвлечет, и тебе хватит времени проскочить. Но тогда мне придется отступить с этой позиции. Систему безопасности НАР может взломать достаточно опытный технарь. Похоже, они вместо защиты спустили все деньги на порнуху. Как только сканер засчитает мою биометрию, прикрытию конец. Нужно как-то убедить их, что мы свои. Мне нравится ход твоих мыслей, таракан. Минуточку. Все готово. Теперь эти ворота не проблема, мышонок. Идем. Немного удачи. И они не обратят на нас внимания. Toistaiseksi. Вход должен быть где-то поблизости. Большая металлическая дверь в служебный коридор. Ничего сложного. Помнишь заряды, которые я готовил для дверей? Мощные, но тихие. Режут сталь, как раскаленный нож масла. Хотя можешь оставить их на потом. Не высовывайся, Игорь. Там хренов снайпер над тобой. Хорошая рать. Откуда ты знаешь? Радиопереговоры подслушал. Они тебя еще не засекли. Но если поднимут тревогу, накинутся на тебя всей сворой. Черт. Если взорву замок, включится сигнал тревоги. Таркан появится до позднего. Возможно, я смогу удаленно открыть дверь, не запустив тревогу. Но... Ну, гарантия. Не даю. И тебе придется двигаться очень быстро, мышонок. Давай-ка я уложу этого парня на платформе. И шуми тогда, сколько влезет. Сигнализация подсоединена к замку. Но взрывчатка со шкуа уничтожит и замок, и механизм запуска. Все будет нормально. Хорошо, Ольга. Так и поступим. В яблочко. Нам удалось попасть внутрь. На какое-то время мы в безопасности. Эти туннели ведут прямо к реактору. Оттуда добраться до ковчега будет не... Что за хрень? Трещит так, будто сейчас взорвется. Это не удивительно, мышонок. Электросеть на станции древняя. Вот-вот рассыплется. Нужно найти способ выкрутить напряжением. Не прикасайся к ней. Nice. Okay. Я добрался до распределителя. Возможно, смогу отключить электричество в ближайшем коридоре. Ты слушал меня, мышонок? Я могу удаленно отключить весь сектор, это не проблема. Оставлю свет только над тобой. Я не могу выстрелить в распределительный щит, так? Придется отключать все вручную, но это наверняка раскроет мою позицию. И выведет меня из игры. Hmm.
нравится ход твоих мыслей, таракан. Сегодня тьма. Наш друг, мышонок. Теперь ты в безопасности. Siinähän te olette. Мы приближаемся к реактору. Похоже, мимо основных сил безопасности мы проскочили. Если действовать аккуратно, все должно пройти по плану. Давай-ка там поаккуратнее, Игорь. Тут везде толпа этих ублюдков. Нар усилил охрану ковчега. Черт его знает почему. Либо готовится к чему-то, Hälytys on jo soitettu. Либо ты идешь прямиком в ловушку. Я в золотом коридоре. Похоже, после наших выходок Нар усилила охрану. Этого стоило ожидать. Не дури, Игорь. Давай я об этом позабочусь. Я смогу снять их всех по-тихому. Они сами не поймут, что случилось. Нужно убедить наровцев, что мы их сотрудники. Это наш билет внутрь. Tietää, että hälytys on soitettu. Хорошо, Тästä täytyy поистуakin. Так и поступим. Отличный выбор, профессор. Ловкость рук и никакого мошенничества. Aika nopea muuten. Aina on aika luutata. Пройти мимо этих ученых. Я могу помочь, Игорь. Тебе все равно больше не нужно прикрытие снайпера. Подберусь поближе, подниму тревогу и заставлю ученых эвакуироваться. Если понадобится, покину территорию. У этих умников есть свой канал связи. Я могу использовать свои непревзойденные актерские способности и приказать им проваливать. Но это задача для двоих. Сегодня великий крысолов к тебе благосклонен. Таракан он тэхэна асти кюля тотеуттану. Они не солдаты и в наши сказки не поверят. Если не придумаем что-то убедительное, okay, они тип. Поднимут тревогу, как только нас увидят. Мне нравится ход твоих мыслей, таракан. Хорошо, мышонок. Я быстро взломаю их канал связи. Внимание! Алярм! Ахтунг! Реактор сейчас взорвется! Спасайтесь, кто может! Это еще что за бред? Реактор не может взорвать. Похер, Толя! Перерыв! Значит, перерыв. Тауко. Я тюбе.
вентиляционные шахты выведут меня прямо к ковчегу. А это что за хрень? Оно всегда тут было? Мы как будто угодили в гребаный фантастический фильм. Дверь — это ловушка. Стоит ее тронуть, и я проведу последние минуты, корчась на грязном полу. Здесь не должно быть этой двери. Мышонок! Вентиляционные шахты обычно не охраняются. Крысиный король наблюдает, он ждет. Я чую это. Главный генератор в зоне видимости. Если я выведу его из строя, у тебя будет немного времени, пока запасной генератор не включится. Погоди, Игорь! Помнишь карту, которую ты одолжил у этого гада Семенова? На ней есть другой проход. Не-не. Получается, все было не зря, а? Взрывчатка Сашко может сейчас пригодиться. Тоже мы будем тарвита на реактивы myöhemminkin. Звучит логично, Михаил. Карта очень дорогая. Позади тебя есть двери, Игорь. Пройдешь там мимо всякой хрени, а потом увидишь прекрасную, просторную вентиляционную шахту. Забирайся туда, и я проведу тебя прямо к ковчегу. Видишь этих существ? Надеюсь, решетка их удержит. Возможно, получится открыть дверь с помощью этой панели. Но есть риск выпустить чудовищ из клеток. У тебя еще моя взрывчатка осталась? Она бы сейчас пригодилась. На этот арбита. Значит, вот оно. Сердце тьмы. Ужасно. Она вела полта, как я и представлял. С удовольствием выжгу тут все дотла. Потом Нар меня выследит. Но мне плевать. Я прибыл в пункт назначения, Игорь. Это место — одна большая ловушка, и к тому же хер знает, как подключено. Придется положить всю систему, чтобы открыть вход отсюда. Или у тебя осталась взрывчатка? Ковчег прямо снаружи. Повезло, что у меня осталась взрывчатка Сашко. Здесь она мне очень пригодится. Ладно, снесем эти двери к чертям. Термиттия. Мелекиносно. Вы слышали команду? Вперед! Приказ был защитить лабораторию. Черт, похоже, придется пробиваться с боем. Эти люди — последнее препятствие между мной и Татьяной. Нельзя отступать. Я прорвусь туда с боем, если понадобится. Не тебе, Игорь. Я знаю, как с ними разобраться. У меня еще осталась взрывчатка. Я могу проскользнуть мимо солдат и взорвать главный бензобак. Поверь, я не спешу на тот свет, но
Другого выхода не вижу. Сука! Вот это отстой! Жаль, что никто внутри не может отвлечь внимание этих уродов! Внимание! Всем подразделений! Что за... Тим Козлов. Говорит генерал Козлов! Всем подразделениям! Отступаем! Немедленно покинуть здание! Козлов, ты там, кому латыкамеша. Козлов, его так долго не было слышно. Я думал, что он погиб. Генерал не любит ждать! На выход! Бегом! Эй, Игорь! Глеб передает вам... И пока тоже. Окей. Ну, за это выпла. Я как раз сказал, что вы для него сделали. Попросил меня помочь вам в ответ. Мне всегда было сложно отказать этому мальцу, так что сегодня вам повезло. Мы с Глебом уезжаем отсюда навсегда. Отправимся так далеко, что даже Нар нас не найдет. Я бы посоветовал вам поступить так же, но знаю, что вы не прислушаетесь. Удачи, Игорь. Желаю найти то, что вы ищете. Спасибо. Удачи вам обоим. Ei tullutkaan tappelua vielä. Musta talkkari on vielä jossain. Ждите все здесь и следите за периметром. Тут я пойду один. Татьяна! Наконец-то! Так-так, профессор. А я знала, что она существует. Игорь, мой любимый, мой малыш. А? Столько лет прошло, но я нашел тебя. Наконец-то нашел. Ты знал. В глубине души ты знал. Я звала тебя все эти годы. И ты ответил. Но как? Ты не должен был приходить. Это ошибка. Ты принесешь всем нам горе. Мой бедный маленький мальчик. Мы вместе. Наконец-то. Освободи меня, любимый. Hetkinen. Как теперь звона? Выпусти меня. Как ты меня назвала? Не понимаю. Что я должен сделать? Ничего нельзя поделать. Ты должен положить этому конец. Нам обеим мы ошибка. Мы чудовище. Закрой портал. Уничтожь связь. Какую связь? Наша связь сильнее всего в этой вселенной. Ее нельзя уничтожить. Ее нужно завершить. Иди к реактору. Найди то, что ждет тебя там. Мой любимый. Что найти? Не могу больше ждать. Пожалуйста, просто дай мне умереть. Я больше не могу. Таня. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Татьяна, ты еще здесь? Борис, помоги умереть. Игорь. Ничего не понимаю. Проклятие. Реактор. Чернобылит. Что же делать? Черт. Я должен разобраться. Привет, Игорь. Рад меня видеть. Ага. Оливер, что ты делаешь? Кокшоус-агент, ты, а ты не понимаешь? Считал меня идиотом с самого начала? Опусти пушку. Что бы там ни было, мы разберемся. Какая же ты сволочь. Я тебе помогал все это время. Я столько потерял. Я потерял лучшего друга, чтобы помочь тебе найти эту твою возлюбленную. Оливер, прошу. Ни разу ты не предложил помощи мне. Все крутится вокруг тебя. Семенов был прав во всем. Семенов?
А он тут каким боком? Погоди. Да. Я работал на Он нанял меня следить за тобой, и все пошло неплохо, пока твой дружок в черной маске не слетел с катушек и не убил Антона. Семенов, зачем тебе работать на этого психа? Что он мог тебе предложить? Даже не знаю. Может, шанс изменить то, что нельзя изменить? Вернуться в прошлое и спасти мой отряд? Еще бы. Но не безумнее, чем прогулка по многомерному тоннелю сквозь пространство-время. Я не сказал, что это невозможно, но... Но помогать мне никогда не входило в твои планы, да? Я должен был осознать это раньше. К тому же, не только с тобой происходят странные вещи, ты в курсе? Мне снится, как я умираю. А потом я просыпаюсь и живу дальше. Снится, как из-за твоих ошибок убивают наших людей. А потом наступает новый день, и все опять нормально. Это гребаный день сурка в аду. Что ты на это скажешь? Я не знаю, что сказать. Ты прав. Я не знаю, что кто-то еще способен это видеть. Мне казалось, я один такой. Ага, ну ясно. Семенов тут не единственный с комплексом Бога. Есть еще ты. Но сегодня Бог вознесется на небеса, потому что я ему пущу пулю в лоб. Как же я надеюсь, что мне не придется очнуться и прожить все это заново. Прощай, кем бы ты ни был.
Okei, ei, ei ollut tota. Все кончено, сынок. Закрой портал. Оборви связь. Просто отпусти. У тебя пройди. Нет. Okei, jos mennään portaalista läpi. Musta tuntuu, että tää on kamala huono idea. Одна инъекция адреналина спасла бы мою задницу. Почему ты не сделал ее, мерзавец? Моя жизнь была в твоих руках. А ты позволил мне умереть. Ага. Мы были партнерами, старина. Я всегда тебя прикрывал. Какого хера ты меня бросил? Заботиться о нас — твоя задача. А ты позволил мне умереть. Ты облажался. Это тоже Ювальта. Речь, которую ты прочел на моих похоронах, была просто ужасной. Сплошная бессмыслица. Как тебе спится по ночам, мышонок? Я тебе доверял! Ты должен был всех нас спасти! Ты убил Костю, ублюдок! Моего Костю! Почему? Почему ты предал меня, мышонок? После всего, что я тебе сделал, ты выбрал нар? Гори в аду, гребаный предатель! Казнить безоружного пленника, как какого-то бандита. Не ожидал от вас такого, профессор Химиль. Это же невозможно. Все, что случилось, я это исправил. По крайней мере, часть. Ошибаешься. Ты думал, игра с пространством-временем не будет иметь последствий? Все, что случилось, на самом деле случилось. Но как? Я проходил через червоточины и... Весьма лоялусия путешествия во времени в том смысле, как их понимает Оливер, не существует. Ты не можешь изменить то, что произошло. Потому что каждое изменение создает собственный пространство-временной континуум. А время движется только в одном направлении. Энтропия. Каждый раз, когда ты принимаешь или отменяешь решение, ты перекручиваешь все измерение. Потому что ты часть меня. Сделан из того же многомерного вещества. Но... я просто хотел спасти Татьяну. Да, свою мать. И пока ты пытался, ты разрушил множество жизней во множестве измерений. Ипс. А все из-за животного импульса, из-за человеческой потребности иметь связь со своей родительницей. Так что вот она я. Я твоя настоящая мать! Что ты такое? Чернобылит? Я бог! Нет. Бред. Бога нет. Ну это как посмотреть? Для паучка под твоим ботинком ты определенно бог. Разве нет, Игорь? Не называй меня так. Я не... Черт. Что такое? Кризис идентичности? Как сказано в одном стихотворении, дитя, отец человека, страх, который затуманил твой разум, вот что делает твое положение невыносимым.
Страх? Нет. Я не боюсь, что... Страх узнать, что внутри твоей личности пусто. Там только хаос. Ты одновременно являешься и не являешься собой. Но не беспокойся. Я покажу тебе истину. А потом все остальное уже будет неважно. Чего ты от меня хочешь? Ты когда-нибудь задумывался, почему, несмотря на весь прогресс технологий, вы, люди, так стремитесь к саморазрушению? Зачем вам разрушать собственную экосистему? Почему вы не можете перестать убивать друг друга и живых существ вокруг? Почему снова и снова вы жертвуете своим будущим ради краткосрочной выгоды? Если ты собираешься сбить меня с толку этой любительской философии, лучше поищи другой способ. Большинство людей — самовлюбленные засранцы. Мне не нужен потусторонний разум, чтобы до этого додуматься. Так, а дальше что? Ты предложишь какой-то новый мировой порядок, который всех нас спасет, а я буду твоим пророком, который возвестит начало утопии, типа как в комиксах. Кто бы мог подумать, что ты такой нигилист? Но этого, наверное, стоило ожидать. Нет. Нового миропорядка не хватит, чтобы спасти вас от самих себя. Вы по природе своей порочны. Да ты что? И почему же? Из-за страха. Страха перед собственным существованием. Страха перед чем-то незнакомым. Иным. Страха перед будущим. Я могу избавить вас от всего этого. Я могу помочь. Как помогла многим цивилизациям до этого. Как? Вы умеете жить только текущим моментом. Будущее пугает вас. И тогда вы совершаете вздорные, разрушительные поступки. Я верю, теперь ты и сам это видишь. Стань моим орудием. Я очищу их от страха и слабости. Я преображу человечество по своему подобию. Я сожгу скверну в огненном шторме, которого не видывал мир. Я обращу все в пепел, чтобы возвестить истинное возрождение. Это какая-то мутная, старозаветная чушь. Ты боишься, что перестанешь быть особенным? И больше не будешь героем? Но ведь героизм в этом и заключается. Ты отправился на поиски исцеления для этого мира. Я и есть исцеление. Мы можем обмениваться остротами, сколько пожелаешь. Времени у меня в избытке. Но исхода не избежать. Мы с тобой связаны. Самой сердцевине. Ты не можешь существовать без меня. Борьба со мной только утомит тебя и ничего не изменит. Ты будто рыбка, которая плавает по кругу в аквариуме. Ты хочешь выпрыгнуть, но без меня ты просто не сможешь. И вся твоя наука не поможет тебе. Так что давай оставим эту бессмысленную борьбу. Помоги себе и помоги всему миру. Прими меня. Okei, тässä voi vielä kieltäytyä.
Ну, это он huono valinta, mutta valitaan silti. Может, пора дать человечеству еще один шанс исправиться. Никто так и не узнал, как сложилась его судьба. Когда он исчез, полчища монстров прорвались в наш мир через ворота между измерениями, превратив Припять в вечную зону боевых действий. Обитатели зоны собрали всех, кто мог воевать, противостояли чудовищам, сколько хватало сил. Они никогда не покинут зону. Она стала их домом. Они все еще надеются, что однажды Игорь вернется и поможет им в борьбе. Чернобылит тем временем распространяется по территории зоны все дальше, и с каждым днем сражаться все тяжелее. Оливер так и не получил возможности изменить прошлое и предотвратить засаду, из-за которой погибла его команда. Его одержимость, и хотя... Самат, тот оно, текстит на это...